И мы идем дальше. Впереди у нас Артем Долгоршиных. С нами находится на прямой связи. Собрался заниматься амфибрахией на траве. Ну-ка, Артем, расскажи, что это такое. Всем доброе утро, друзья. Хотим поэтичненько начать. Алена, вам слово. Здравствуйте. Раствориться в том, кто рядом, как ручей в реке. Плыть корабликом бумажным по его волне. Лихо носом резать воду, заходя в вираж. Укрощать все непогоды. Брать на абордаж шлюпки, чтоб оплыть посмели вровень с кораблем. Только вымокнет бумага и ко дну пойдет. Алена Мелещенко, поэт. Алена, такие строчки сильные. О чем это стихотворение? О чем этот отрывок? О нашей жизни. О том, что все в этом мире хрупко. Ну, я так понимаю, это всего лишь коротенький отрывок от большого произведения. Да, это всего лишь короткий отрывок, но целиком произведение можно послушать на амфибрахии. Друзья, ну действительно, есть такой проект, музыкально-поэтический перформанс «Амфибрахии на траве». Что это такое, подробнее расскажет куратор Сигамарян. Доброе утро. Доброе утро. Ну, пожалуйста, расскажите, что это такое амфибрахии, где, как можно знакомиться, вот, собственно, с нашими красноярскими поэтами? «Амфибрахии на траве» — это музыкально-поэтический перформанс. Он проходит всегда летом. У нас уже, наверное, 6 лет подряд поэты нашего города читают свои стихотворения на улице, на природе, под музыкальную импровизацию приглашенных музыкантов. И интересно то, что музыканты и поэты не видят друг друга заранее, не знают, какие будут стихи, и подстраиваются вот прям в этот момент. Угу. Все это проводится в разных точках города, но вот 18 июня это будет на набережной. Мы красиво украшим гирляндами набережную в 8 вечера. Приходите все и станьте свидетелями этого.